Всем привет! Вы на канале KexRoplay, и сегодня я все-таки решил рассказать вам, как же я все-таки снимаю видео. Ну, давайте, пожалуй, начнем. Давайте же приступим, и я вам расскажу, как я все-таки снимаю видео с экрана своего планшета. То есть, как вы, наверное, смотрели уже видео про там механизмы Minecraft, вот это с экрана. И мне в этом помогла программа Show. Да, вот. Можете нажать и скачать, если там появится. Я не знаю, как это делается, но вот, висит, если что. Ну, в общем, монтирую я через программу Filmora Go и KineMaster. KineMaster и Filmora Go. Если честно, музыку я вставляю через программу Video Show. Да, я заменила, если что, ну, неважно. Короче, вставляю музыку я в программе в видеошоу, ведь она для этого очень мне подходит. Дальше. Я, конечно же, использую микрофоном от наушников, потому что нормального микрофона, вот он, вот такой вот от наушников, потому что нормального микрофона, как у всех блогеров, у меня, к сожалению, нету. И вот. Когда я снимаю, я обязательно там бухчу что-нибудь. И обязательно иногда, совсем иногда, показываю свое лицо. Но все, в принципе, вот так я снимаю видео и загружаю на YouTube. Я тоже просто через планшет. Ну, а если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А также не забывайте подписываться на видео, которые у меня там внизу, на ленте видео. Ну, а всем удачи, вы были на канале KexRoplay, всем пока!